Всем привет, с вами Роман Раскольников, мы играем в Mass Effect. И сегодня мы попробуем еще один вариант разборки в клубе логово Коры. Еще один вариант, и нам еще останется один посмотреть еще один вариант. Так, на всякий случай мы, так, значит, что мы делаем? Мы, наверное, тогда прокачаем единицу обаяния. Ну, дальше нам ничего особо-то и не важно. Так, идем в логово Корры. Так, берем сразу пистолет. Похоже, клуб закрыт. Фист ждет. Так, ну у нас и много, конечно, врагов здесь. Совершаем бросок. Так, и нас почти убили. Так, вы что-нибудь можете сделать, нет? Давайте, значит, атакуйте. Так, давай мы те... А, это мон. Это мое улучшение. Перегрев оружия вызовем. Ага, крок. Так. Отлично, знаешь что, совершил в него бросок. Так. Теперь вызовем его спотаж. Так, давайте того бандита убьем. Так, ну мажет она, конечно. Так, все, мы его убили. Остался еще один. Так, давайте сразу вылечимся, иначе нас убьют. Так. Стой, где стоишь? Не приближайся. Надо было обаяние на 2 прокачать. Ладно, я сейчас вернусь. Итак, я вернулся. Стой, где стоишь! Не приближайся! Складские рабочие. Все настоящие охранники должно быть мертвы. Стойте на месте, или мы будем стрелять! Они работают на Фиста. Убить их! Ха, сорвано то же самое же будет. Так же самое же. Так, ну ладно. Не будем взламываться, это нам особо не нужно. Так, лечимся. Всё, так, сразу... Время подыхает, солдатня. Делаем то, что можно. Так, давайте огонь по Фисту. Ну ладно, огонь по Фисту не дался, но можно потрейлить. Или все-таки по Фисту. Так. Отходим. Давай я вылечу тебя. Так, трели полегче будет.
не убивай меня! Я сдаюсь! Мне нужна информация. Где Кварианка? Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорю правду! Он лжет. Что случилось? Тебе лучше все рассказать, пока я не потеряла терпение. Кварианки нету здесь! Заявила, что будет говорить только с серым посредником! Тет-а-тет! Мне казалось, что серый посредник работает только через агентов. Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он! Но она-то этого не знала! Я ей пообещал ей устроить встречу! Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана! Где будет встреча? Говори, где! Быстро! Да тут, в жилых секторах, переулок за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. Пошли. У нас нет времени. Идем. Не беспокойся. Больше ты меня не увидишь. Так сам он предложил. Ну ладно, вот такой вот вариант. И плюс еще один небольшой. Но в принципе он будет похож уже на тот, который был, но мы в сторону его быстренько пробежимся по нему. Спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников, до встречи в следующих видео, всем пока! Не забудьте подписаться на канал.